идет конкурс, а у нас есть 3 награждения. Ну, думаю, на Великий пост это будет очень интересно и почитать, и покушать. 8, да, разных есть? Хорошо. Поздравляем вас! Ой, спасибо большое! Все дали вам по 5 баллов, все, спасибо абсолютно большое. Все. Боже, благослови на вас! И со следующего воскресенья готовите обед, у нас приходит. Спасибо большое! А с чем это было? Это был такой ажуров, и знаете, очень вкусный. Я это специально сделаю, на следующий только без... Даже я не пробовала, это круто, правда. Я думаю, что опять это жюри немножко, так сказать, спасибо, спасибо. Я вам тоже благодарю всех. Дай свой попробовать, блин. Номер 2. Размели. Надежда, дорогая. Вот так, поздравляем вас. Поздравляем. Еще принимал участие в конкурсе. Мы можем считать 2 раза по 10, можем 3 по 10. Ничего страшного. Главное, что по 10 карандаши. Мы с вами все это проходили, обо всем об этом говорили, да? А мы дали фарисеям. О блудном сыне на прошлом занятии. Помните, говорили о блудном сыне, да? О потерянной овце. Сегодня, вот эта неделя, посмотрите, вот она, вот она, эта неделя. Основа, подготовительная неделя, основа поста. Подготовительная неделя. Моисей мытый, блудном сыне, да, блудная овце, о страшном сыне. И вот это следующее воскресенье будет прощенное, да, которое мы тоже немножко называем. Сейчас, а вот здесь вот неделечка наша, прощенное воскресенье.